оштрафовывать правительство наше. Это надо Алина. Овсянникова надо штрафовать, а не город. Город ни при чем. Только Овсянникова. Ну и чиновников тоже, конечно, обязательно. Но мы слышали про вас, да, ребята? Ну что-то как-то денежки вам дают, нам-то не дают. Люди жалуются у вас. Вот я сейчас была на пляже, женщины между собой разговаривают. Там недоделки, там недоделки. А вообще-то город у вас хороший, я не знаю, чего вы капризничаете. А если не дают толком развернуться и работать, надо тоже подходить к этому более конкретно. Я считаю, что вот просто так сказать, о, надо чиновника наказать. А ну, может, да. Ему такие подножки ставят, что он вообще не сможет ничего сделать. Тут трудно так сказать. Я думаю, там специально обученные люди разберутся насчет этих людей, которые там что-то не то сделали, да? И все решится в нашу пользу. Вот я так и считаю. Должен считать лично из своего оклада тот, кто это допустил. Наше правительство, которое занимается своими делами, а не городскими. Нет, конечно, я тоже считаю, что город не надо наказывать. Город здесь ни при чем. Надо строить, потому что это для людей строится. Ну как так? Очистные сооружения. 2 миллиарда пропало, никто не знает, куда делись. Теперь еще. Это же чиновников надо за это. Нужно, чтобы их оштрафовали на то, сколько они воровали. И еще выгнали под зад коленкой, и все. Отвечать чиновники должны. Причем тут народ. А то, что оштрафовали, это же с налогов уйдет, по идее. С городского бюджета? С городского бюджета, с пенсионеров, с работающих. А отвечать должны высшие. Как в Китае, расстрел и 2 доллара семью отправляют, что оплатите 2 доллара за пулю. Выгнать из города? Конечно, должен тот, кто виноват, платить. А не город за них рассчитываться. Наверное, надо штрафовать. Я считаю, что чиновники должны сидеть в тюрьме за это. И с конфискацией. Вот что я считаю. Сколько можно воровать уже? Сколько можно воровать? За что женщины стояли там возле мэрии и кричали Овсянникову «позор, позор»? Ну, чтобы делали за свои деньги или как они там. Сколько они получают, я не знаю. Ну, мэра к стенке, и все будет нормально. Причем здесь город и люди. Все налоги платят налогову. Все, а виноваты чиновники, их и штрафуйте. На ту сумму пускай выплачивают до конца жизни. Это признак того, что политика мэра была неверная. Его действия привели как раз к такому дефициту, к тому, что нужно возвращать деньги. Это, конечно, неверно. То есть он подвел жителей города. Я считаю, что чиновники должны за это как-то отвечать. А при чем тут город? Я думаю, чиновники. Как думаете, вот может их штрафовать или все-таки увольнять? И то, и другое. Если это они не выполнили, то, естественно, пусть они и оплачивают. Логично. В любой профессии у нас на работе, если ты что-то не так сделал, то, естественно, тебя как-то наказывают. Ну, а город-то тут при чем? Если виноваты руководящие кадры, ну, однозначно чиновники, это даже вообще, по-моему, априори, ну, это логически. Поэтому странный вопрос. Если Путин узнает, ему хана.